На этой неделе две очень похожие новости пришли из разных концов света. Сначала стало известно о помолвке 53-летнего Марка Энтони, популярного американского певца и бывшего мужа Дженнифер Лопес, на 23-летней Нади Феррейра, представлявшей в прошлом году Парагвай на конкурсе «Мисс Вселенная». Но эта новость померкла по сравнению с известием о свадьбе и венчании 58-летнего телеведущего Александра Гордона и 20-летней арфистки Софии Каландадзе. Певец Марк Энтони – известный любитель моделей и королев красоты. Его первой супругой была победительница конкурса «Мисс Вселенная 1993» Дейнара Торрес. За 4 года отношений Марк и Дейнара успели дважды пожениться, развестись и обзавестись 2 детьми. Вероятно, распаду этого недолгого союза способствовали периодические требования различных девушек о признании отцовства певца над их детьми. Через неделю после развода с Дейнарой Торрес, Марк Энтони сочетался законным браком с певицей Дженнифер Лопес, с которой у него случился кратковременный роман еще в 90-х годах. В 2008 году у Марка и Дженнифер родились близнецы, но через 3 года они приняли решение развестись. Потом у Марка Энтони был недолгий брак с моделью Шеннон Де Лимой. И вот у 53-летнего певца новая любовь, 23-летняя мисс Парагвай Нади Феррейра. Влюбленные встречаются всего несколько месяцев, но уже уверены в серьезности своих чувств и решились на помолвку, в честь которой Марк Энтони подарил красавице кольцо с большим бриллиантом. 58-летний телеведущий Александр Гордон выбрал себе в жены еще более юную особу. Его 5-й жене, Софии Каландадзе, всего 20 лет. Гордон известен тем, что выбирает себе в супруги лишь совсем молодых девушек. Его 2-й жене Кате Гордон было момент заключения брака тоже 20 лет, ее преемница, студентке Нине Тригориной, всего 18. В 2014 году Александр женился на красавице Нозанин, родившей ему 2 сыновей. Казалось, что с Нозанин он нашел свое счастье, но в 2020 году стало известно об очередном разводе. О новой супруге, 20-летней Софии, известно, что она с юных лет играет на арфе и является лауреатом многочисленных конкурсов. Гордон познакомился с Софией в 2018 году, когда той было всего 16, а он еще состоял в браке с 4-й женой.